Срочно назначить внеочередные выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета. Так представители Батьковщины, Удары свободы отреагировали на вердикт Конституционного суда. Напомню, на минувшей неделе он постановил голосовать за местную власть киевлянам еще не скоро, осенью 2015-го. Оппозиционеры настаивают, решение касается только очередных выборов, и ничто не мешает Верховной Раде назначить внеочередные. И регионалы предложения не поддерживают. Говорят, действующее законодательство вообще не предусматривает проведение внеочередных выборов. Призначайте дострокові вибори мера Києва і Київської міської ради на 27 жовтня, як це передбачено нашим проектом постанови. Мені кажется, самый разумный выход из ситуации вообще-то прописать законом, как выборы проводятся в Украине, а не делать из этого дела какое-то шоу.